Вот он, чудесный московский воздух. Чувствуете? Ага. Добро пожаловать в Москву, Роза Иосифовна. Ну, здравствуй, Григорий Савельевич. Я вам покажу самые красивые места столицы. А кто такой этот Григорий Савельевич? Старый друг бан. Похоже, он миллиардер. Чего там миллиардер? Миллионер. Откуда у Григория Савельевича доллар? Это его зарплата за шпионские делишки. Зачем ему шпионить? Он что, хочет продать нас империалистам? Жуть какая. Он шпионить пошел. Надо проследить за ним. Где дети? Ну как где? Смотрите, шпион! Побежали за ним! Ты никогда не бывал сынок в нашем городе света. Девочки, а где ваши родители? Проверим ваши билеты. Бежим! Дело в том, что у нас пропали три девочки. Как выглядят ваши девочки? Три ненормальные дегенератки. Значит, ты рыжая, длинная и ходячий Армагеддон. С детства не люблю клоунов и юмористов. Мы попали в логово шпионов. Нам надо быть незаметными. Помогите! Вот это поворот. Манюня. Приключения в Москве. Хотела бы я быть царицей московской. Мария! А ну-ка быстро обедать! Ай! С 30 мая только в кино.